Частным акционерно-коммерческим банком «Равнак» в прошлом году профинансировано 1704 проекта на общую сумму 338,1 миллиардов сомов. Кредитный портфель банка по сравнению с 2018 годом вырос в текущем году на 151,8 миллиарда сомов. Какие же цели поставил «Равнак» перед собой? Насколько эффективно используют предприниматели выделенные кредиты? Ответы на эти вопросы мы постарались найти на примере одного из клиентов банка NatureCota. По состоянию на 1 апреля 2019 года общий кредитный портфель «Равнак» банка составил 329,1 миллиарда сомов. Субъектам предпринимательства выделено кредитов на 211,7 миллиарда сомов, а физическим лицам на 117,4 миллиарда сомов. ООО «NatureCota» на одно из предприятий, получивших кредит в банке и оснащенное современным оборудованием. Компания обратилась к нам за финансовой помощью. Мы изучили это обращение, выделили кредит в 400 тысяч евро для технической модернизации. В результате была запущена производственная линия и создано 110 рабочих мест. Кроме того, мы планируем выделить предприятию дополнительно 500 тысяч евро. Предприятие начало свою деятельность в 2018 году с 10 сотрудниками. В счет полученного кредита обеспечено производство open-end пневмопряжи производственной мощностью 4 тонны в день. По представленной информации, посредством 5 технологических этапов можно получить готовую пряжу. Вначале хлопок треплется на специальном оборудовании. Полуготовая продукция отправляется в чесальный цех. Здесь из ваты с помощью специальных станков вытягиваются лентообразные пряди. После этого осуществляется прядение. И здесь мы были поражены тем, как ленты преобразуются в нити. Продукция ежечасно проходит проверку в специальной лаборатории. Также ее качество проверяется с помощью ультрафиолетовых лучей. Наша сфера очень интересна. Каждый работник отвечает за определенный участок работы. Думаю, что в будущем подобных предприятий в вашей стране станет еще больше. И будет больше постоянной работы для таких технологов, как мы. Недавно мы получили в «Равнак» банке кредит. На полученные средства мы закупили круглые нитепредельные машины из Германии. Как видите, в настоящее время продолжаются монтажные работы. Количество машин скоро увеличится на 3. В дальнейшем хотим заказать еще 4. Следует отметить, что на кредиты, предоставляемые «Равнак» банк, внутренний рынок насыщается не только качественной, но и недорогой продукцией. Также в регионах создаются новые рабочие места.